Всем привет, меня зовут Иван, я летаю на квадрокоптерах, собираю их, в хобби в этом уже третий год пошел, и сегодня хотелось поговорить о зарядке однобаночных аккумуляторов для микровертолетиков, или как они еще называются, вупы. У меня проблема такой никогда не стояла, как их заряжать, потому что мне в комплекте с Урауом УР-65 пришло вот такое вот зарядное устройство, шестипортовое, питается от 7 до 25 вольт. Я купил для него адаптер за 300 рублей какой-то, 3-амперный, 12 вольт. Значит, ну и, собственно, не знал никаких мучений с зарядкой аккумуляторов. Но вот мне прислали недавно такую картинку, попросили разобраться, как это работает. Идея интересная, зарядка производится от балансировочного провода какого-нибудь простейшего зарядного устройства, типа IMAX B6, я не знаю, которое у каждого, наверное, моделиста в жизни появлялось, раньше, то позже. А у меня такое вот зарядное устройство, ESDT, значит, имеет выход под XT60 и балансировочный порт. Ну и идея, значит, заряжать с помощью балансировочного порта параллельно, да, аккумулятор 1С, ну, заряжать через 6 аккумуляторов одновременно и не покупать какое-то многопортовое зарядное устройство. Для кого это может быть полезно? Ну, например, вы купили только что ваш вупчик, зарядка временно в Питере не купить или в вашем городе, ну и надо что-то быстро собрать, потому что зарядка стандартная, балансировочная у вас есть, и как бы хотелось бы уже заряжать, летать. В комплекте идет какая-то USB на однопортовое, и это не устраивает. У тебя уже там 6 аккумуляторов, и хочется летать, меньше заряжать. Для сборки нам потребуется PH2.0 коннектор. Такой вот он. GST. XH на 7 дырок, мы 6 S собираем. Можно купить уже готовый обжатый GST XH коннектор, а можно обжать его самому с помощью таких вот пинов. Видео сборки я публикую в следующий раз отдельно. А сейчас я просто покажу принципиальную схему, как это все связывается, собирается. И, собственно, вы можете начать уже сами паять, либо посмотреть мое видео. Я там попытаюсь на 3D принтере, может быть, какой-нибудь культурный кейс сделать для этого дела. Ну и поиграемся, в общем. Значит, у нас есть зарядное устройство WBAT XT60 и балансировочный разъем. Нам надо сделать зарядку для 1С аккумуляторов из этого. Значит, у нас балансировочный разъем, разъем питания и балансировочный WBAT 0, 0, WBAT 2 вывода. Здесь 7 выводов. И тут провода. И начинаем ставить наши разъемы PH2.0. Сюда. Отключаем. Сюда. Это будет минус. Плюс. Здесь следующий минус плюс. Значит, и добавим еще один PH2.0 вспомогательный и припаяем его вот таким вот образом. Будет как вот тут у нас минус. Или WBAT здесь будет. Если мы вставляем, например, 3 аккумулятора на зарядку, от 3 до 6 можно ставить, то у нас будет занято
3S в этом случае. Три разъема. И четвертый, значит, от WebAt. Мы делаем такой же коннектор. Удаляем, наверное, черный или красный провод, надо точно посмотреть. И вставляем его в следующую свободную дырку для зарядки. Так, вот сюда вот получается. Мы его вставляем здесь. И вот этот минус, это будет как раз таки WebAt, чтобы зарядка знала, что это 3S. Ну, собственно, схема простая. Когда у нас занято все 6, мы этот разъем вставляем в последний дополнительный, который мы припаяли, и зарядка будет знать, что у нас 6S. Всё, спасибо за просмотр. Видео с реализацией будет позже.